Всего 22 дня остается до старта главных спортивных состязаний четырехлетия. 27 июля в Лондоне будет дан старт юбилейным 30-м летним Олимпийским играм, которые завершатся 12 августа. В 2008 году в Пекине эстонская сборная выступила сравнительно удачно, завоевав одно золото усилиями дискобола Герта Кантера и одно серебро, добытое гребцами Тину Эндриксеном и Юри Янсеном. Общий состав эстонской команды на играх в Лондоне включает в себя на сегодня 34 спортсмена в 12 видах спорта – легкой атлетике, борьбе, фехтовании, парусном спорте, дзюдо, пулевой стрельбе, плавании, велогонках, большом теннисе, академической гребле, бадминтоне и стрельбе из лука. На сегодня известны 33 фамилии, а одна позиция в метании копья будет заполнена 8 июля. Наша делегация состоит из 34 спортсменов. И, конечно, все те спортсмены, которые в этом году или в прошлом году завоевали в титульных соревнованиях, в чемпионатах мира или Европы, призы, они претенденты на медали и на Олимпиаде. А этих, таких спортсменов уже у нас есть больше, чем 5. Естественно, все они, наверное, с медалями не придут, но у нас традиция, начиная с игр в Сидни, всегда наши спортсмены из Олимпийских игр, несмотря они зимой или летом, возвращаются с медалями. Надеемся, что эта традиция продолжается. Сегодня был определен и спортсмен, который понесет флаг нашей страны на открытии Олимпиады. Им стал дискобол Александр Таммерт, для которого Лондон станет уже 5-й Олимпиадой. Немало в нашей олимпийской сборной спортсменов, чьим родным языком является русский. Это прыгунья в высоту Анна Ильющенко, гребец Андрей Ямся, яхтсмен Денис Карпак, фехтовальщик Николай Новоселов и стрелок Анжела Воронова. Экс-чемпион мира Николай Новоселов отправляется уже на третью свою Олимпиаду и является одним из реальных претендентов на медаль. Поболеть за него любители спорта смогут 1 августа. Ну, без боя не сдамся по-любому, поэтому будем бороться до последнего. Что получится, покажут соревнования. Боев получается меньше. У меня и у швейцарца получается, если смотреть максимальный результат, то на один бой меньше, чем у остальных соперников, так как мы идем сейчас с лидерами рейтинга, и получается так, что первые два в рейтинге, они пропускают первую встречу. Также в третий раз на Олимпийских играх выступит гребец Андрей Ямся, член экипажа четверки в академической гребле, который также вполне по силам побороться за выход в финал и попадание на олимпийский подиум. Ну, я думаю, есть, да. Все Кубки мира в финалы попадали, и ну, два из них очень довольно-таки хорошо проехали, так что если все получится и форму подгоним, тогда, думаю, должно все хорошо пойти. Примечательно, что нынешняя Олимпиада, помимо всего прочего, станет еще и триумфом гендерного равноправия. Наконец-то представительницы прекрасной половины человечества смогут выступить во всех без исключения видах программы, поскольку теперь и женский бокс стал олимпийским видом. А впервые в истории спорта на беговую дорожку Олимпиады выйдет спортсмен-ампутант. Безногий южноафриканский бегун Оскар Писториус сможет соревноваться со своими соперниками благодаря уникальным протезам. Ожидается, что игры в Лондоне поставят еще несколько рекордов по числу участников, по зрительской посещаемости и так далее. Надеемся, что эстонским спортсменам удастся вписать свои имена в списки рекордсменов и победителей Олимпиады. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.